Привет всем! Хорошо, что вы зашли, потому что здесь можно получить защиту от негатива, можно получить заговор на липу, я сделаю в конце. Липа дает счастливые финансы, благополучие и долголетие. И я сделаю диагностику негатива и очищения. Если вы чувствуете, что у вас мало энергии или не все получается так, как вы хотите, это расклад для вас. Если у вас все замечательно, то расклад наоборот даст вам еще больше успеха, и заговоренная липа даст вам, конечно, еще больше благополучия. Ну вот, смотрим. На дне колоды рыбы. Это карта денег. Это карта денег и успеха, счастья. Замечательно совершенно. И я сразу скажу, что деньги к деньгам. Утраченное вернется, потерянное деньгами вернется, истраченное сторицей пополнится. Ну, а подробный заговор будет в конце. Сейчас я начинаю делать расклад. Шикарная карта. Финансы, деньги. Кстати, любовь тоже. Рыба тоже любовь. Прямо в начале расклада. Очень хорошо. Итак, здесь есть карта госпожи и господина. Вы и ваш любимый человек, ну, независимо от пола. Я буду делать диагностику. Та карта, которая будет перед вами, после вас покажет именно, что сейчас такого есть в вашей жизни, на что следует обратить внимание, а потом будем делать расклад. А, вы первые вышли. Какой значительный расклад. Вышли в самом начале расклада. Не случайно совершенно вы зашли, я вам сразу говорю. Потому что здесь... Этот расклад поменяет вашу жизнь к лучшему. Просто все сделает так, как нужно, и избавит вас от всего плохого. Посмотрите, вы сразу вышли. Избавит вас от туч. У вас где-то в вашем окружении есть люди негативные или это временные трудности. Может быть, вы переживаете временные трудности на работе или же в семье, потому что карта Аиста говорит о делах домашних. Может быть, в делах домашних ссоритесь с родными, любимыми, или у вас жилье недостаточно хорошее для вас, вам не нравится ваше жилье, вас не устраивает, может быть, то, что жилье маленькое, или вы на куче 2-3 поколения, или еще как-то. Или в плохом месте, невыгодном для вас на работу далеко добираться. Я даю примеры, но не обязательно все примеры должны подходить. Вы свои вопросы задаете картам. Тучи – это какие-то временные трудности. Может быть, это на работе. Например, начальник – трудный человек. Карты что-то сами вылетают, и рыбы, они все равно вылетели сами. Гора, рыба, ребенок, сад, луна, солнце и клевер. Посмотрите, какие хорошие карты, они сами вышли. Я сейчас протрактую их, но я буду делать расклад. Я их назад положу в колоду. Раз они вышли, мы их протрактуем. Будем дальше делать расклад с вами. Итак, что я здесь вижу, мои дорогие? У вас вернется удача, клевер. Восстановится все хорошо, потому что солнце – это вернется здоровье, финансы здоровые. Это защита от негативного влияния. Луна вместе с садом может означать именно негативное влияние. Небольшое, но есть. Ребенок – это небольшое. Или может у вас с детьми не ладится. Тяжесть какая-то идет от детей, или, ну, потому что дети – это всегда их желание в этой жизни, ну, как бы найти свое место, да, и не всегда это соответствует нам, так что здесь это вполне возможно. Вы волнуетесь или о детях, или, кстати, сад – это ваше предприятие, на котором вы работаете. Может, вы волнуетесь, нет стабильности в деньгах, потому что рыбы и... Гора – это тяжесть из-за того, что финансы не очень хорошие. Ну, вот будет заговор. Либо вы потратились на что-то и теперь переживаете, невыгодно купили. Или же что-то не можете продать, например, недвижимость долгое время не идет, что-то такое. В общем, тяжесть из-за финансов. Если у кого-то рыбы проиграются как мужчина, любовь, то здесь... Тяжесть из-за того, что какие-то небольшие есть помехи со стороны или родни, или третьих лиц, или обстоятельств неблагоприятные. В более масштабном плане, там, где пришлось вам или сменить место жительства, все такое. Вот, и здесь из-за этого вы волнуетесь. Новое может быть место, вы переехали, луна – это может быть переезд. И
вам трудно приспособиться, может, другой язык. Но это ничего, это временные трудности. Вот вспомните мое слово. Вы устроитесь очень хорошо, потому что солнце. Когда в раскладе выходят солнце и луна вместе, это очень хороший знак. И еще и клевера рядом. Потому что солнце – это витальность, это оптимизм, это энергия для жизни. Но это жизнь, понимаете? А луна – это личная дорога. Поэтому, когда две эти карты выходят вместе, это очень хороший расклад. Поэтому я их оставлю на столе, они будут заговорены. Пойдем дальше. Итак, ну, эти тоже отработали две карты. Вот эти я их сейчас еще раз вам протрактую. Итак, тучи и аист. Видите, здесь может быть именно в домашней жизни у вас, ну, как разруха, можно сказать, что. Или не понимаете с домашними друг друга, или вы сейчас одиноки. Вам пришлось, например, уехать, вы сейчас одни, да? Или, например, детей сами поднимаете, там была карта ребенок, потому что так сложилось. И эти тучи, это, конечно, временные трудности. Тучи – это, ну, как плохая погода. Ветер перемен, и погода улучшилась. Так что это временные трудности. Так, теперь, когда я вижу вот эти две карты вместе с вами, я понимаю, что это ваша карма, да, Луна, это ваши предки, это кураторы рода по материнской отцовской линии. Луна – это вот ваша ДНК, эмоциональная ДНК и ментальная. Луна – ментальная карта. Солнце же – это успех вот в этой жизни, которая внешняя, во внешнем мире. Вот Луна – это как маленький мир ваш, ну, как маленький ваш космос, ваш мир, который состоит там из ваших предпочтений, ваших бытовых задач, вашей профессии, любимых людей. Это ваш мир. И вы живете в большом мире, как бы ваш маленький мир в большом мире, да? Большой мир – это Солнце, там вы активны, там у вас резон, там логическое мышление, там реализм, там вы успешны. А в своем маленьком мире вот у вас комфорт, комфорт Луны. Это очень хороший расклад, и он говорит, что когда Солнце и Луна вместе, это, конечно, большая удача. Так что если даже вы чувствовали на себе какой-то негатив или негативное влияние, то когда вы смотрите это видео, вот именно эти два светила, они вас очищают. Итак, что еще вам нужно знать? Опять вышла карта клевер. Очень хорошо. И я сейчас буду делать расклад в линию. Тот, который вот вышел сам по себе, я протрактовала, я буду продолжать в линию. И вы заметили, что тот расклад, который сам по себе, механически совершенно, ну, естественно, ничего не бывает случайно у высших сил. Когда тот расклад вышел, то клевер была первая карта, да? По-моему, так было. Я могу ошибиться, потому что я считываю просто пространство. И сейчас дальше иду. Клевер говорит, что вот, знаете, это как растение. Маленькие растения, но счастливые. Это каждый шаг на вашем пути днем и ночью. То есть это приватно, это может быть с мужчиной приватно. А вот это в смысле профессии солнца. У вас вот маленькие шаги к успеху, к удаче. Только такими шаг за шагом, маленькими шагами мы можем найти удачу. Только так. И у вас все будет замечательно складываться. Собака, я негатива пока не вижу. Это дружелюбие, это любимые люди, это хорошая обстановка на работе, это обустройство вашего быта. Если вы переедете, потому что Луна – это, конечно, перемены, то в лучшее, например, жилье или в лучший город, или даже, может быть, в более такую, знаете, стабильную страну. И там вы очень хорошо устроитесь. Вы устроитесь там с мужчиной, видите, его карта вышла. Шикарно. Это может любимый человек быть, который у вас есть или который будет. С этим человеком вы будете счастливы. Сейчас в вашей жизни может быть так. Я дам два варианта, но может быть еще что-то третье. Просто эти слова подставляйте к себе. Это может быть милый друг, с которым вы встречаетесь. Человек вам предан и очень верный. Вас любит по-настоящему. Если у вас есть мужчина, но у вас охладели отношения, то он все равно вас любит. И он хочет продолжать ваши с вами отношения. Вы помиритесь. Если у вас никого нет, и вы одиноки, потому что Луна иногда показывает одиночество и грусть, тоску, печаль, обиды. И даже унижение, кстати, может показывать от мужчины, который, может, вы пережили.
Если вы сейчас одиноки, то вы встретите мужчину по судьбе, и вы будете с ним очень счастливы. Так, мы продолжаем смотреть, если негатив, но я вижу, что если и был, когда вы нажали пальчиком посмотреть, и это вы сделали абсолютно не случайно, потому что от негатива вы прямо в самом начале видео очистились, поскольку очень хорошая карта выходит. Карта метла, карта защиты, конечно, это карта мудрости, да, это карта чистки. Чистки дома, может, вам нужно почистить дом. Или отношения с мужчиной, потому что, может, кармически у кого-то. У кого-то были ссоры между вами, метла, ссоры. Кстати, эта карта может быть колдовская в плохом смысле. В том смысле, что кто-то, может, хочет вам навредить. Это может быть не особо навредить, потому что кто-то из домашних. Вы мне скажете, ну что, из домашних не бывают враги. Вы понимаете, домашние люди – это не настоящие враги. Но все-таки, да, они враги могут быть, когда хотят вас заставлять, чтобы вы как бы действовали, жили по их предпочтениям, да. А, так что если у вас такая ситуация, что домашние ваш, вам люди ваши, они как бы критикуют вашего мужчину или настаивают на чем-то, или в чем-то хотят вам, ну что ли, навредить, помешать, сделать, чтобы вы делали так, как им угодно, знаете. Бывает так, от большой любви они делают так, как им удобно. То есть нас заставляют что-то делать. Но это нельзя, потому что вы тогда меняете свою дорогу жизни, это нехорошо. Так что если это ваша ситуация, и где-то кто-то из домашних, не обязательно мужчина, но кто-то из домашних просто негативно на вас влияет, хоть и на самом деле этот человек вас любит, но знаете, как, потому что быть мать даже, любимый человек кто-то. Но это такая любовь, где вам диктуют, как жить. Понимаете? Я вот смотрю, белка ест мою землянику ест. А ну иди отсюда, кэш! Вот кто ест всю мою землянику. Уходи! Ах! Ну просто двумя лапками берет и ест всю мою землянику. Извините, я прервалась. У нас очень много белок, буквально нашествие белок, но они здесь живут. Я не отвлеклась, это ну, часть жизни, да, что вокруг. Потому что я смотрю, она ест и ест, ест и ест, ну, весь вкус объест. Но она уже съела достаточно для нее, остальное пусть оставит нам. Продолжаю расклад, мои дорогие. И опять же, я не отвлекалась. Может быть, кто-то ест ваши отношения, кто-то ест сладость вашей жизни, кто-то внедрился, какой-то враг или грызун, да, какой-то человек или обстоятельства. Кстати, у многих это просто обстоятельства. Может, у вас так складывается обстоятельство, что ну, мешает кто-то вам. Метла-то мешает, есть помехи. И смотрите, это ночной дом, да, здесь даже летучую мышь, кстати, можно увидеть. Белка, летучая мышь, но они все на одно лицо, да, грызуны одним словом. Вот, мы привыкли, белочка хорошенькая, вот летучая мышь страшная. На самом деле, то и то, другое грызун. Так вот эта белочка, это может быть ваша мама, которая вас любит, там запасается для вас всем, хочет, чтобы вы там в соломке постелились с мужчиной или в работе. Но она не может знать лучше, как вам жить. Если такой грызун завелся, да, то ли летучая мышь, а это вообще такой вампир, кстати. Это может быть мужчина-вампир или член семьи, друг-вампир, который притягивает одеяло на себя, начальник-вампир. Ну, кто-то, кто вас использует. Карта метла говорит, вам нужно защититься от этого человека. Потому что метла – это как палка с двух концов. Да? С одного конца это может быть палка негатива, с другого конца – палка защиты. Вот, и нужно очистить свое пространство, свой дом. Вот видите, почистить свой дом от негатива. Ну, свечу зажечь. У меня очень много ритуалов, заговоров на дом, чтобы очистить ваш дом от негатива и чтобы у вас все было замечательно. Так что здесь нужно очистить, скорее всего, ваш дом и отношения с человеком. Во всем остальном у вас хорошо. Я вижу, финансы будут налаживаться. Отношения будут все лучше и лучше. Или вы переедете, но у вас дом ваш очистится от этих всевозможных грызунов или всевозможных вампиров. Не будет больше людей, которые будут вам сознательно или несознательно вредить. Потому что есть враги видимые и невидимые. Есть те, которые ну, несознательно, но вредят. Так что от таких вы тоже очиститесь. Замечательный расклад, мои дорогие. Многое показал. Я сейчас оставлю эти карты для ритуала. Вот.
Это будет заговор, молитва. Здесь себя можно вот представить, это как ваше изображение человека, о котором вы сейчас хотите подумать, и для него, и для вас, чтобы получить помощь. Это, знаете, то же самое, как домашняя церковь. Такая работа моя, это духовная работа, это высокодуховная работа, не хуже, чем в церкви, абсолютно не хуже. Вот вроде все сделано. Можно начинать говорить заговор. Я скажу заговор, можно послушать или повторять за мной его. Я благодарю Творца за исцеление меня и всех, кто меня слышит, от любого негатива, порчи с глаза и даже родового проклятия. Я благодарю Творца за помощь мне и всем тем, кто меня сейчас слышит в данный момент, для того, чтобы все желаемое для вас лично и для всех людей, кто смотрит, исполнилось. И я благодарю Творца, что посылает нам через Юпитера защитную силу Липы и дает этот заговор. Деньги к деньгам, утраченное вернется. Потерянное деньгами обернется, истраченное сторицей пополнится. Деньги к деньгам, утраченное вернется. Потерянное деньгами обернется, истраченное сторицей пополнится. Деньги к деньгам, утраченное вернется. Потерянное деньгами обернется, истраченное сторицей пополнится. Вот сейчас вы получили очень много помощи и советов от ваших ангелов. И одно за другим ваши желания начнут исполняться, у вас будет восстанавливаться кристаллическая решетка судьбы, энергия вернется к вам, вам будет легко и радостно жить. Потому что высшим силам так угодно, и об этом были эти письма от высших сил. Мои расклады можно смотреть конкретно, задаете конкретный вопрос, и конкретно мои расклады всегда ответят на него, это гарантия. И можно для отдыха смотреть, просто расслабиться, знаете, получить информацию во время отдыха. Кстати, в этот момент еще лучше вы получаете помощь, потому что когда вы отдохнули, когда вы не стараетесь, да, тогда ваши силы лучше могут вам помочь, более натуральным способом. Вот такой расклад, мои дорогие. Я желаю вам счастья, всего самого лучшего. Пусть вы будете богаты, счастливы и здоровы. Можно поставить лайк этому видео, ведь это ничего не стоит материально. Ну а подписка на канал – это для вас, чтобы, как родная здесь быть, чтобы расклады действительно были для вас и все, что получалось. Подписка, в общем, это одно нажатие – подписаться. Можно пойти дальше, если у вас есть желание, но не обязательно, конечно, не обязательно. Но если вы хотите мне раз в месяц послать мини-донат, купить мне чашечку кофе или шоколадку, я буду очень признательна. Это можно сделать у меня на сайте. Переход на сайт есть под каждым видео или о канале. Там о канале, это зайти на название канала, нажать, потом на рубрику о канале, там будет переход на сайт. Или я стараюсь написать переход на мой сайт под каждым видео в гармошке. Это www.kolinatarot.com. Там можно оставить доллар или два в месяц, но не нужно делать, если у вас нет желания. То есть это по желанию только. Я вас люблю, обожаю. Медвежьи обнимашки вам из медвежьей страны. То есть из Канады, я из Ванкувера сама. Люблю вас и до встречи. Я знаю точно, что мы с вами обязательно скоро увидимся.